Там если надо, я могу кого-то с собой потащить. Наверное, к тебе бы есть один. Давайте, только давай, это, ДВшку напишите, чтобы хоть связь была с ним. Я где-то там в поле стану, вот раз скинетесь, да пойдете. Сессия первая, ну что за хрень? Девай. А там транспорт какой-нибудь есть? Ну нет, там. У нас на РСП. Ну, БМП и Вайз, Урал. А легковушка, по-моему, была. Может, мы тогда пойдем до конца с севера? Отвлечем немножко. Че, если я до вас на Урале доеду, ничего страшного? Да, ну ничего страшного. Или что, короче, сейчас встретим на дороге. На церковь. Едем, едем, соседи, все. Вижу, как каким-то полным. Где считаешь нас такой? Пехотинцев рук. Не чего грязу туда попало. 199.7. Вторая бог ранена. Еще. Я здесь. Ты меня покорябал. На восток. Вы там сами хотите рандом.
знает, что доверху. Ну ладно, фиксит. Хоть косой. Противник с севера сейчас на поставили мид. На востоке тоже вас противник занесло. Там ДШК на 10 где-то. В доме двухэтажном. Зушка. Пометил противник. Отработайте. БМПХ отработал. Визор. Движение на 60. Пикабду или как? Я хочу сейчас на этот самый на гору попробовать работать. Видите, на 60 есть, короче. Хорошо, хорошо, нормально, да, да. Красиво, красиво. Все, мне. Вижу порт, повторяю, вижу порт. Все, а стоять, стрелять, мы подходим туда. Ой, ой. А в зоне корт вижу. Корт видишь? Да, корт на крыше. А где? Вылюб ты сюда пометил, он короче на 20. С моей позиции ничего не видно. Твоя. Так, все пошли на север урона. Блять, он с ДШК встал. Стреляет. А в этих домах дефолтно открыты или закрыты, да? Закрыты вроде. Подходим уже к триггеру. Ну-ка это, лизер, отойди и на второй этаж запульни сюда ГПшку. Угу. А вон окно открыто, лол! Видишь, окно открыто. Туда давай, туда. ШК бегает один, чё? Где именно? Еще туда. Кто набежал отделение на север? Двигай. Это значит тут пулемет кто-то скинул.
Метку на тушку поставил, синяя. Ты уже двойненький. Вообще не пулемет, а ствол пулемета. Тут где-то есть противник. Возле церкви, возле церкви. Не вижу, нет, далеко я не вижу. Алфа возле церкви, это свой. Последняя комната чиста. До церкви мы бегаем, мы на дороге. У церкви мы уже внутри. С визора. Не убей. Да. Жопу был бы. Бах, во пизде пошла, я шутка. Не вижу. Ворон, прыгай, ты горишь. Нет, ворон. Ворон. Все, сгорел, пацан. Вы возле церкви бегаете на лестнице? Точно метка. Я возле Б. А там какая тушка на машине? Да. Дальше по горам, может, увижу севера города, на севере города. Логика. Северная часть триггера по правой стороне, то есть по восточной едет, вот так, еще крик. У меня тут враг, на метке. Вижу зушку по морю. Там дым сейчас на зуху. Я на балл. Сигнальная вообще ракета. Нет. Видите сигнальную ракету? Короче, зуха была.
Трабух. Не, сел, стрельнул в дерево перед собой. Вроде сейчас волгу найдут. Вроде около Волги. Из двоих то ли фолоп вышел просто. Мимо пробегает. СДП что засунет там в рот. Да он еще живой что ли остался? Да. Да он лечится, блин. Или это не тот? Да, тот.
Короче, нафига ты зушки по себе? Так и есть. Вроде бы ствол между деревьями. Рока сейчас рядом там убили. Вискала добили нормально. Нормально. Куда ему Вискал? Куда тебе попал, что я тебя не прострелил спокойно? В голову, наверное. Нормально. Советский каск. А кто у вас там сидел? Да-да-да. Кому там так повезло от двух БМПшек поставить в окошке? Хорош. Следуем. Там цена прочекал. А вот засранец. Зножи шуди-то здесь. Карач был, да? Нет. Да, я был. А, это Лусин. Нет, я был, ты меня скупил. Так, кого я убил самого первого, да? О, шо это там взрывается? А, это кочега разрывается? И того, а чё он там либо я не добил. Фьюзик, Фьюзик, чё там делал один на севере вообще? Рандомил, что ли? Кто? Фьюзик или как его там? Забыл, кого я убил-то. Не знаю, кто там убил. На Ф, блядь, такая же. Кто у вас был один-то там на севере? Нет? Нет, отрядник какой-то. То ли Фьюзик, то ли... Еще на КЛ-шку вышел, алло, есть кто? Че вы молчите-то, блядь? Я вас тоже говорю, молчите, блядь. Кто-то там еще пахи пытался связаться с кем-то. Я ПДВ еще пытался, да. А, да я слышу, что-то кто-то орёт, я такой думаю, не понял. Все, сижу с БЕшниками на связи, то есть на одной КВХе. Кто-то в ПДВхе орёт, там, бля, чисто прием. Пару раз ответил, типа, прием, что надо, типа. А что, Волгу не нашли, да, еще, которую я спят? Нет. Да блядь, мимо ее пробежал, Брок. Че? Я говорю, что я тебе дорогу перешел, что ты где в БМПхе убиваешь? Ну что ж плохого не сделали? Вот это не я убиваю. Там, где Зушка стоит, дальше по этой дороге, и там... Я вон... Чё такое? А где я тебя убил? Ну, возле Зушки я... Начали по ним стрелять, я Викселу, не знаю, как я его не убил. А. Ранил он, ну, все-таки потом дадите. Я вообще видно прикрывал, ты по нему начал стрелять, а я начал зажимать с пулемета. А, там один кочегар остался у всех. Надо Вера... было его добить. Вера слянь бежал, фиг знает куда, упал и не встает. Так это я его добавил. Ну, понятно. А кто у вас на первой бахе сидел, которая сгорела? Это я. Я на водителя сел, короче, поехал. Ну, и тебе бронебойки звучат. Там красиво, да, пробил я сразу моментально. Не знаю, по мне две РПГ-ки. Я хотел просто уехать, потом сгорелось, короче. Как, мы тебя поймали, да, когда ты пересаживался? Так я не ту кнопку нажал, я хотел, короче, внутрь засунуть и переключить. Тот самый выпрыгнуть, я такой, ну сейчас. А что ты выпрыгивает, я не поясню. Я такой думаю, пиздец. Я хотел просто дальше уехать, сесть на СПК и уже пойти поливать. Сел, конечно. Убрать кнопку. Я смотрю, как у вас там что делает. Так причем знаю, что не стреляю, как разбираться. Туда вот. Я слышал, что ты один. Я слышал, как ты пересаживался. Я всем сообщил, что ты там один. Так БМП-ху они до сих пор не выбили, она там стоит целая. Ну там ее два снаряда туда всадили. Четыре. Она без глаз. Нет, один мимо был. Предпоследний мимо был. И два попали. Я еще там так стоял, у вас прикольно, он с головы. Блин, я чуть-чуть смотрю, он не стал. Я там катался, просто рядом. И вы спалились, когда ГПшки бросали там кого-то. Надо эту лапку сжечь и Волга, да? Опа, сейчас кто-то не подходит к нему. Ну, блин, полутаться надо, как же. Вот и что лутать. Золотой калаш, господи. Поднимайте. Еще и ранен. Откинул. Убежал. Ну такая КСУ, это нормально.
Для этого слова это нормально. Я не бегал, я пискал у кого-то. Не угадай. А вирус там жив. А сейчас он в задницу бежит. Верс, там бессонанку вогнал, надо будет добить. Ты человека не слышишь, пока я слушаю. Хотя я тебя в бессонанку вогнал, надо будет тебя добить. Ничего не понял. Я бессонанку вогнал. Стреляют, я не слышу ничего. Че, вирус, сдох? Вирус. А? Ты сдох? Как ты умер? Нет. Ты же живой бежал. Я его посадил, этого вируса. Так он добежал потом фиг знает куда еще. Он там вот сейчас начал, короче, в этом ящике его ранить. Да я же не могу понять, меня первый раз ранили, я сидел за стеной, у меня откуда-то прилетело. А я петух тебя прикрывал, с пулемета зажал и меня убили. Зато мы БМП выбили. Да, как она красиво ехала. Нет, БМПшки мы классно отрезали, конечно. Да, и в дерево. Кто там были, Тазо? Хорошо. Но он знает, ой, так, там, надо Гонзи, наверное, в скайпе писать. Блин, я думаю, о, на тебе, кочегар. Живой, от БЕшки. Зерна найдя. Че, кто кого? Кочегар. Победа обороны. Наконец-то. Привет, говорит, кто там привет сказал мне. Ну что, поздравляю.